Джо Трейдеры! Здорово всем, Кентух на проводе! Прямо сегодня моя цель — найти комонку с наклейкой Арканы и купить ее прямо сейчас, прямо на этом видео. Я очень надеюсь, что я куплю комонку с голдском. Я потрачу на съемки этого видеоролика больше 10 часов моей жизни. Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо сейчас прожмите лайкосик. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ну что же, пух-пух-пух, поехали! Ну и, конечно же, первый скин, который я буду листать, это будет АКР Карбон. Почему именно АКР Карбон? Потому что с этим скином очень сильно любят играть школьники. И по-любому какой-то там Вася Пупкин с 3-го класса решит сюда приклеить дорогую наклейку. А я, опа-на, нашел ее. Да, я потрачу там, не знаю, час своего времени, но тем не менее, ребята, я очень надеюсь, что мы найдем дорогие наклейки. Ну что же, пока что мы листаем, 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 но чуть не листается, всего лишь 10 голды. Так, ребята, когда я вижу первую наклейку, тогда я включу. Five minutes later. Так, ребята, пролистал буквально минут 5 и сразу вижу наклейки 5 years, блин, вот это, наверное, самая бесполезная, самая некрасивая и самая страшная наклейка. Ребята, если у вас есть наклейки 5 years, стирайте их, потому что это позор. Ну просто посмотрите, блин, я хочу нормальные наклейки, если честно, вот те наклейки даже стыдно наклейками называть. Так, о, смотрите, идут наклеечки. Но я пока что не видел ни единого КР Карбона, чтобы на нем было, например, целых 2 наклейки. Где 2 наклейки? Где 3 наклейки? Где 4 наклейки? Ну где хотя бы что-то? Не, я, конечно, все понимаю. Но я вот это не понимаю, ребят, просто хэштег неуважение. И заметьте, я долистал всего лишь на 12 голды, и тут уже есть 2 наклейки. Поэтому, ребята, если вы хотите приклеить дешевые наклейки на Каркарбон, то мой совет, не приклеивайте. Лучше добавьте 3 голды и купите сразу Каркарбон с наклеечками, какие вам понравятся. Ну, а мы, ребята, в поисках 3 наклеек, потому что максимум пока что видел только 2. Я нашел 3 наклейки за 15 голды. Блин, ребят, я, знаете, что? Я даже, наверное, куплю, понимаете? Я даже взял и купил. Пацан сказал, пацан сделал вид, что ничего не говорил. Так, купили наклеечку, ребяточки, бамбуем. Опа, вот, давайте Ютейта купим. Не, ну а щупенит. Ого, ого, тут уже наклейки пошли. Слушай, нормальные наклейки, наклеечки Токсик. Не, кто бы что там не говорил, ребят, нормальные наклейки. Мы не сдаемся, листаем дальше в самый-самый низ, потому что наша цель... Наша цель — долистать до конца и не умереть, потому что... О, баг на наклейке прошел, смотрите, это баг на наклейке. Кто не знает, что такое баг на наклейке? Когда вы листаете очень долго скины, то вам не отображаются скины, ну, ниже. То есть, видите, вот это самый низ. Зато вам отображаются все скины с наклейками. Это реально баг на наклейке. Например, за 120 голды вы можете купить вот такую вот малышку. Ну, пацаны, ну, я скажу честно, ну, юханый папай, ну, что за стрём? О, Хэллоуин наклейка, Хэллоуин. Ля, тип выстрел за 135 голды и сразу в моменте отменил. Где, тут и на приколе. Вау, что? 2000 голды, 1000 голды. Вы это видели, что там было? У меня руки дрожат, руки дрожат, руки дрожат. Это стоит 1000 голды. Блин, можешь купить, это реально выгодно, потому что каждый с этим коллекцией по косарю. Блин, как же это круто, реально очень красиво. Я отвечаю, я вообще впервые в жизни вижу такие наклейки. Это Арканы или кто? Кто знает? 2 косаря. Какая малышка. Как же это красиво. Так, ребят, давайте немножко подождем, буквально 5 минуточек, и прямо сейчас вам покажу все скины с наклейками, которые я нашел. 5 minutes later. Ну что же, не прошло и 1000 лет, и вы посмотрите, ребята, какой же тут большой разнообразие наклеек. Ля, вы посмотрите, за 50 голды вы себе можете купить такие крутые скины. Мама дорогая, ребят, можешь и мне купить на себя КР Карбон. Юханый бабай. Вот это пушечка. Блин, такое ощущение, что за 50 голды круче скины, чем за 120 голды. Чё скидала? Так, листаем дальше в самый низ. И знаете, что я вижу? А я ничего не вижу, потому что, ребята, ничего нема. Охрана отмена. А где все? Что произошло? Все пропало! Короче, ребята, надеюсь, мы увидели самое основное, но вроде бы, как там наклеечки Арканы не было, да? Поэтому, что мы? Мы идем дальше, к следующему скину.
Ну а следующий скин, которым я буду искать крутую, дорогую наклейку Аркану, это будет АВМ Члени. Ой, АВМ Феникс. И знаете почему? Потому что, ребята, это Origin коллекция. И тут по-любому какой-то школьник когда-то давно, не подумав своей головой, приклеил Аркану наклейку на АВМ Феникс, поставил на рынок и забыл про этот скин, ребята. Когда кента ПК на рынке, ничего не забыто. Кстати, я вам скажу так, я пролистал буквально секунд, наверное, 20, я уже увидел очень много наклеек. Но пока что наклейки очень дешевые. То есть ничего прям стоящего я не увидел. Я очень надеюсь, что я найду тут арканы наклейки. Я даже в этом уверен, посмотрите. Я пролистал буквально 40 секунд, уже нашел целых 3 наклейки. А что будет дальше? Просто прикиньте, ребят, а что будет дальше? 4 наклейки! 4 наклейки! Обалдеть! Листаю, 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 листаю. И знаете что? О, новые наклейки, слушайте, прикольно. О, 59 голды уже легендарка. 59 голды, я нашел уже легендарку. Уже неплохо, блин, знаете что? А я себе даже копылю. Ну, ребят, ну штучечку хочется. Там наклейка стоит 400 голды, вы сами видели. Так, листаем дальше. 70 голды, 70 голды ничего нету. Вот эти дешевые наклейки для меня это пыль. Ребят, хэштег кент пыль. Ой, наклейки пыль. Так, ребят, что-то это уже на прикол какой-то смахивает. Реально, а где наклейки? Блин, 150 голды и наклейки такие же самые, как и за 80 голды. О, наклеечка Мами Хэллоуин коллекции. Имба, имба, имба. Дракула, 150 голды. Это всего лишь 150 голды? Блин, блин, блин. Как же это дорого, тыква. Ладно, так, держи себя в руках, Кента ПК. Держи себя в руках, как же я хочу что-то себе купить. Вы не представляете. Такое ощущение, что зашел в магазин, а ничего покупать нельзя. А знаете, почему ничего нельзя покупать? Потому что я себе хочу найти самую крутую наклейку и ее купить. Я очень надеюсь, что я найду реально крутые наклейки. Я уже долистал до косаря, голды, косаря. Прикиньте, как же это дорого, 1300. 1500, и вообще нет нормальных наклеек. Просто прикиньте, за 1,5 косаря наклейки хуже, чем за 80 голды. Мама дорогая, нема слов, нема слов, хэштег. Это дорого, это прям очень дорого. Наклеечка Токсик, это тоже аркана. Так, кажись, уже пошли нормальные наклейки, да? Или нет? О-о-о-о. Только я не понимаю только одну. А почему 3 косаря? Не, ну да, наклейки крутые. Но за 500 голды я, может быть, и купил бы. Но за 3 косаря, да я никогда в жизни не куплю. Вы что, ребят, сосну въехали? Что так дорого? 3 хлые наклеечки и 1 пираты. Но тем не менее, за 4 косаря они пошли бы вы знаете куда? Я думаю, знаете куда, поэтому не буду повторять. Окей, ребят, мы не сдаемся. Я листаю в самый конец. И знаете, что самое интересное? Реально, наклейки дешманские. Я просто, не знаю, думал, там панишер какой-то найду. Gold School, там, не знаю, самурай, еще что-то. Вы посмотрите, какие наклейки. За 100 голды. Да не, нет, вы что, в сосну въехали? Ха-ха-ха. Не, пацаны, просто никогда не заходите на АВМ Феникс, потому что тут такие цены. Ха-ха. Мамкины трейдеры лупят. Просто прикинь, за 1 000 000 голды тип продает скин с этой наклейкой, а? Кто хочет купить? Признавайтесь. Пишите в комментарии, ребят, кто купил бы за 1 000 000 голды. Ну выгодно же, правильно, ну очень выгодно, если купите, а потом перепродадите завтра за 10 миллионов. Лучше бы я не листал, потому что, ребята, просто-напросто попусту потраченное время. Но прямо сейчас мы пойдем на реально крутой эксклюзивный скин, на котором я уверен, то, что мы сможем найти дорогущую наклейку. Вот сейчас, ребята, будет самое интересное. Я говорю сразу, это Карникромансер. Вот где-где, но на этом скине, поверьте вы мне, тут так много наклеек. Выбирай, не хочу. И мне реально интересно, а что будет, если я пролистаю вниз, потому что я уверен, там будут наклейки еще круче, еще дороже и еще более редкие. И если нам повезет, я прям сейчас куплю какой-то скин с крутыми наклеечками. И, конечно же, эти наклеечки разыграю именно вам. Поэтому, ребята, с вас просто лайк, подписка, мы листаем в самый низ. Я очень сильно надеюсь, пожалуйста, великий Сендов. Пожалуйста, ну, жалься надо мной. Так, ребят, поехали, поехали, поехали. Что мы видим? Мы видим то, что мы... Это что мы видим плохие наклейки. Вот что мы видим. Так, ребят, пока что я не вижу ни одной хлы наклейки. Но я уже вижу арканы, я уже вижу легендарки. Ну, реально, посмотрите, абсолютно на каждом скине наклейка.
тут больше скинов с наклейками, чем без наклеек, потому что, ребята, просто каждый школьник считает своим долгом купить некромансер и обклеить его скинами. Но если честно, пацаны, скин реально красивый. Это один из моих самых любимых АКРов. Конечно, АКР Трэшер Хантер на первом месте, но АКР Некромансер я тоже очень сильно обожаю. Так, пацаны, что мы видим? Мы видим то, что мы ничего не видим, потому что вообще нет нормальных наклеек. Это что за пыль? 5 минут later. Вау! Что? Всего лишь 200 голды с наклейкой Кинг. Ребят, беру. Это очень выгодно. Ништяк. Так, ребята, вот это, короче, я дарю вам. Это прям 100%. Какие же тут обалденные наклейки. Вот просто нет слов. Но я... там были хлые наклейки. Пошли хлые наклеечки. За 222 голды пошла первая хлые наклеечка. За 222 пошла вторая хлые наклеечка. За 222 пошла третья хлые наклеечка. Так, я чуть не понял. Тут что, все выставились за 222 голды хлые наклейки? Так, листаем. О, прикольненько. Прикольненько, ребята, но я хочу что-то подороже. Вот только сейчас, долистая до 400 голды, я нашел нормальные наклейки. То есть, ребята, чтобы в школе никто не смеялся, как минимум надо брать вот такой вот АКР Некромансер. Он, кстати, стоит 400 голдишки, поэтому советую. Ну, или такое тоже неплохо, но мне кажется, он немножко похуже. А тут чисто три хлые наклейки, еще четвертый какой-то голдскул приклеите. Чисто почтенно отвечаю, все девочки школы будут ваши. Что? Первый аркан наклейка в этом видео? Аркана! 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 Ахау! Блин, будет обидно, если это вдруг окажется не аркана, но вроде бы как, ребят, на 99.9 это аркана. Так, окей, листаем дальше. Чумы, еще интереснее, тут можно найти. Так, три хлые наклейки. Так, я понял. То есть, чтобы купить нормальный некромансер, вам примерно надо 500 голды. Но примерно за 1000 голды вы себе можете купить такую красотень. Вы скажете, Кент, пока это дорого. Ну а сейчас цены такие, ребят, вы видели? Вы зайдите буханочку хлеба купите. Нормальная цена, заказали голды, я бы себе купил бы. И спустя миллион лет мы, ребят, нашли скин с 4 наклеечками из Хэллоуин коллекции. У этого скина есть всего лишь один минус. Это цена. Знаете почему? Потому что он стоит, на секундочку, 1100 голды. Обалдеть, как дорого! Да, конечно. Опа, наклеечка Девилиш. Неплохо. О, ребят, тут вообще пошли крутые наклейки. Три арканы. Ха-ха! Как же это круто. 1250. Вы это видели? Там самурай. Я очень обожаю самурай. Мало ли кто не знает. Я люблю наклейку самурай. Блин, ребят, как вы думаете, надо ли мне купить какой-то из этих двух скинов? Если да, прямо сейчас напишите в комментариях, какой из них верхний или нижний. Просто хэштег верхний или нижний. И я куплю. И буду играть с этим скином. Я думаю, будет очень круто. Ну а прямо сейчас мы сделаем нечто нереальное, потому что я хочу найти на Картайгере дорогущую наклейку. Я потрачу очень много времени, но я пролистаю этот Картайгер в самый-самый низ. И я очень сильно надеюсь, что какой-то Вася Пупкин с 3 Б класса 2 года назад или 3 открыл хлый скирпак. Ему был голдскул, он приклеил по своей тупости на Картайгер. И я прямо сейчас этот Картайгер найду. Поэтому, ребята, с вас лайкусик, подписочка. Надеюсь, мне повезет. Как же надеюсь на мою удачу, блин. Пока что нету наклеечки. Ну, я листаю только 1 минуту. Я говорю сразу, я буду этот скин листать, наверное, 2 часа. Ну, или пока не произойдет бах на наклейке. Но в любом случае, мы пока что листаем. Как же я надеюсь на удачу. Как же надеюсь, что нам повезет. Как же я надеюсь, что я найду какие-то реально крутые, дорогие наклейки, потому что кому еще, как не Кента, пока придет в голову листать этот скин в самый-самый конец. Ну ладно, ребята, все, не буду вас томить. Встретимся, когда я увижу первую наклейку на АКР Тайгере. 5 минут later. Прошло примерно 5 минут, и знаете что? Ничего! Потому что у меня такое ощущение, как будто я листаю уже целую вечность, уже палец устал листать, но пока что ни одной наклеечки нету. Вообще ничего нету! Ну, пацаны, ну, ё-моё! Так, что после просмотра этого видеоролика каждый из вас купил по голдскулу и приклеил на Картайгер и выставил на рынок, а я потом, ребят, когда будет время, сниму продолжение этой рубрики и куплю ваш скин. Ребята, не прошло и миллионы лет, и знаете, что произошло? Бах, на наклейке, посмотрите, я вижу скины только с наклейками. Так, это что сумасшедший? Это что? 100 голды, вы что, на приколе? Все эти три наклейки поделись и купить будут гораздо дешевле. Вот это 18 голды, не, ну вот это можно купить, не, ну почаны, иначе опять нет. Конечно, покупаем. Ау, мать!
Ну что же, вы мне спросите, а кем-то пока? Ну и где твои наклейки? Я вам скажу только одно. Нема наклеек, почены, просто нема! Пропали наклейки! Ну а если серьезно, ребят, просто как обычно в стендапе все залагало. Потом пацаны, походу, ГГВП. Вот все, что мы смогли найти. И мой совет. Не тратьте один час вашей жизни, чтобы дорисать до самого конца Акертайгера. Потому что тут два варианта. Вариант номер один, тут будут ложные наклейки. И вариант номер два, у вас все залагает, как у Кента ПК. Поэтому не совет.